Скользкие дни, плюсовая температура, да к тому же небольшой дождь, который шел в пятницу и в субботу, превратили дороги, тротуары в каток. В одних случаях все обходилось, бичане просто получали незначительные ушибы, в других приходилось обращаться за помощью к медикам. Для травмпункта второй городской больницы самой напряженной оказалась суббота. Именно в этот день на прием пришли полсотни пациентов. Ни одного перелома диагностировано не было. А сейчас в период гололеда рекомендуется быть особенно осторожными. Если же вы все-таки поскользнулись, падать нужно правильно. Самое безопасное положение тела – это поза эмбриона, которая защищает важные части тела. Втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, а локти к туловищу. Ноги следует согнуть в коленях. Безопаснее всего падать в гололед на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки.